dies! Всем привет! Сегодня в главном событии турнира Белтер 225 в клетку вышли тяжеловесы Сергей Харитонов и Мэтт Митрион, которые наконец-то провели долгожданный реванш. Митрион с первых минут начал активно работать с дистанции, нанося точные удары по Харитонову. Было заметно, что Митрион существенно превосходил Сергея в скорости, но преимущество американца закончилось за 2 минуты до конца раунда. Мэтт заметно снизил темп, и Сергей нащупал дистанцию и начал попадать тяжелыми ударами по голове и по корпусу оппонента. Стоит отметить, что в первом раунде у Митриона трижды вылетала капа, и рефери сделал Митриону последнее предупреждение перед снятием балла. Во втором же раунде Харитонов начал наращивать тоннаж ударов и продолжал эффективную работу по корпусу. В одном из разменов Сергей вновь выбил капу Митриону, и после чего отправил оппонента в нокдаун правым апперкотом. Уже падающий Митрион пропустил еще и удар коленом от Сергея. Харитонов нанес несколько добивающих ударов, и после чего рефери остановил бой. В итоге Сергей Харитонов победил Мэтта Митриона техническим нокаутом во втором раунде. Кто смотрел бой в прямом эфире, пишите свои впечатления от поединка. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр. Не, так Серега его перерубит. Так вот он его перерубит. Пока Митрион двигался, был шанс. А так Серега его перерубит.